сейчас мы закрепили свежее кольцо, и мы отгравируем Юрин логотип Юра. Так как он это сделал, придумал, разработал, мы для него напишем его логотип Юра. Как я уже говорил, можно пользоваться всеми инструментами для разметки. Вот сейчас мы используем линейку. Ширина кольца 5 миллиметров. Высоту букв возьмем, чтобы надпись шла в центре, 2 миллиметра. Тогда нам надо отступить от края по 1,5 миллиметра. Берем наш циркуль, 1,5 миллиметра, и размечаем две линии. Первая буква Йод. По-немецки, не знаю, как она по-английски. Без разницы. Так, в оригинале Юрина буква шире, ширина больше, чем в 4 раза высоты. Высота у нас 2 миллиметра. Мы сделаем шире только в 2 раза. Немножко изменим масштаб. И таким же образом потом разметим букву У, Р и А.
Теперь основным штихелем мы сюда подлезть не можем, чтобы прорезать вот эту линию. В данном случае мы опять используем наш кривой штихель. Важно, кольцо круглое, поэтому если мы будем резать штихелем, только штихелем, он постепенно будет зарываться. Как бы мы его круто не затачивали, все равно в какой-то точке мы будем зарываться. Поэтому я при гравировке оставляю держащее кольцо расслабленным, чтобы была возможность крутить. И кручу, держу штихель примерно на месте и подкручиваю само кольцо. Как только чувствуете, начинает зарываться, немножко повернуть кольцо вверх. Вот это место должно быть круглым. Но так как я пришел отсюда и отсюда, эта точка, металл здесь очень сильно нагартованный, поэтому мне надо его сначала подрезать. Я использую обычный круглый штихель или болт-штихель. А теперь можно подправить немножко основным. Вот получилась такая закругленная жопка.
и с этой стороны. Главное не начинать гравировать, когда точка гравировки вот в этом месте. Тогда штихель будет зарываться. Опять же, вот у нас метка центра, чуть в другую сторону, чтобы штихель двигался вниз. Это уже техника, граверы сообразят. Вот такая закругленная жопка получилась у нас. То же самое практически надо сделать вот здесь вот, с круглой жопкой тоже. Ну, здесь уже, скажем, носик круглый. Вот так.
Ну вот, примерно как-то так. Ну а теперь размечаем следующую букву.